Не представляете, какой аромат. Я думаю, все поняли сразу, что это абхазская аджика. Спрашивают, то есть почему она такая. С левой стороны сделана из красного перца. С правой стороны из зеленого несозревшего перца. И эту аджику добавляем мы во все блюда. Хозяйка своими руками из перца, который вырастила сама в своем огороде, сделала вот такую прекрасную аджику, и мы будем все ее смаковать всей семьей. Даже дети уже у нас научились есть эту аджику. Не представляете, какой аромат стоит в комнате. Так что всем приятного аппетита вместе с аджикой.